Друзья, всем привет! Рад снова видеть вас на своем канале. Сегодня у меня в планах изготовить интересную самоделку из остатков фанеры. Начну с разметки и заготовки деталей самоделки. В итоге нам нужны куски размерами 710 на 78 мм, два куска 650 на 30 мм и последний я взял немного с запасом 400 на 300 мм. Лишнее позже отрежу. Ну а теперь все это торцуем, сверлим, клеим, скручиваем. В общем, смотрите видео до конца и сами все поймете. Желаю приятного просмотра. Полученные заготовки склеиваем. Так, а пока клей сохнет, надо чем-то заняться. Пожалуй, поиграю в телефончик. Меня недавно подсадили тут на одну игру, в которой теперь при любой возможности руки так и тянутся поиграть. Военно-экономическая стратегия «Викинги. Война кланов». Тут ты строишь различные здания, создаешь свою армию, прокачиваешь свои навыки и отправляешься в бой. Мне лично очень нравится этот процесс строительства и развития. Это многопользовательская онлайн-игра, а значит, есть и другие реальные игроки, с которыми можно общаться, создавать кланы и в трудную минуту рассчитывать на их помощь. А сейчас как раз викинги отмечают уже ни много ни мало свое пятилетие. Это очень солидный возраст для игры, которая очень популярна до сих пор. Поэтому, кто любит мобильные игры, сейчас самое время скачать викингов. Ведь в этом месяце, в честь дня рождения викингов, разработчики устраивают невероятный конкурс для новых игроков. Главные призы – iPhone 11 Pro и MacBook Pro. Условия предельно просты. Чтобы получить iPhone 11 Pro, надо всего-то дойти до 10 уровня дворца до конца октября. Это очень просто. Я дошел до 7 уровня буквально за день. А вот MacBook Pro получит тот, кто дойдет до максимального уровня дворца до конца октября среди остальных участников. Вот лишь малая часть счастливых обладателей призов. А за 5 лет существования викингов таких счастливчиков уже сотни. Стань одним из них уже в этом месяце. Внимание, розыгрыш состоится 3 ноября. Друзья, я поздравляю викингов с днем рождения, а вам напоминаю, что каждый переход по моим ссылкам помогает развивать мой канал. Качайте викингов именно по моим ссылкам в описании к этому видео и станьте героями захватывающих событий в мире викингов. Так, ну, пока мы играли, клей уже подсох. Продолжим.
Как видим, получается немного нестандартная приспособа для лобзика, который можно пилить под разными углами широкие заготовки. Салазки не позволяют лобзику убегать в сторону, что очень удобно. У тебя же есть торцовка и большой циркулярный станок, возразите вы в комментах. Да, есть, но торцовка берет ширину максимум 140 мм, шире пилить уже не получится. Циркулярка же совсем не мобильна, с собой ее не возьмешь. А с помощью вот такой штуковины и лобзика можно пилить материал до 600 мм шириной. Плюс у меня аккумуляторный лобзик. А значит, взяв его с собой с такой приспособой, можно что-то пилить вдали от электросети. Конечно, это не совсем правильное применение лобзика. Он сделан для того, чтобы пилить криво, а не ровно. Тут лучше подошла бы ручная циркулярка. Но у меня ее еще нет. Когда будет, сделаю для нее что-то подобное. А пока что поработаю вот таким способом. Вас попрошу в комментариях выразить свои мысли на этот счет. Так, а на этом на сегодня все. Ставьте лайки, если видео оказалось полезным для вас. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Спасибо за просмотр, желаю вам хорошего настроения. Всем пока!